Так, мы ждем с Артемом мебель на бэк-ярд. Очень ждем. Артем уже потравил всех там муравьев. Все. Это еще не помыл, да? Ну, когда придет, мы можем здесь их собирать даже. Ага. Надо... Я еще хотел гирлянду на пальму намотать. Ой, надо намотать, да, посмотреть. Я сейчас уже выходил, морально готовился, мама еще с какие намотать. Мне надо снимать, кушать, готовить, а кто снимать будет тебя? Ну, что снимать, можно снимать. Пойду и намотаю. Я просто это не покажу Артему тогда. Надо проверить. Когда уже готово будет. Да, надо проверить, а то вдруг это... Ну, купить надо будет, а тут мало ли что. И вот эти надо занести в гараж, Артем. Там песка очень много. От этих стульев у нас девочки сидели там на заднем дворе. Вот надо будет помыть, а то все в песке будет. Сейчас сначала давай мебель придет. Да, я собралась вообще манты делать. Туда загружать. Сейчас Алиэкспресс нас опять подведет. Я не верю уже, даже когда по трекингу показывают, что сегодня доставят, я уже не верю, кто придет, откроем, тогда все занесем. Ладно. Я хочу манты приготовить сейчас. Набираюсь это... смелости и желания, что приготовить манты, если честно. Вот, я почему-то другое поделала, но надо что-то кушать. Надо приготовить поесть. Вот, а манты давно не делала. Сейчас буду делать. Артём, у меня еще такая штучка есть. Артём, я вчера вам показывала. Мне надо будет это прикрутить, привинтить, если будет возможность. А шуруповерт, если рядом. Ладно. В общем, будем сейчас делать манты. Будем делать манты. У меня фаршик есть, и говядина, и свинина есть. Надо будет ее использовать. Картошки начистить, тесто замесить. Замороженное надо сейчас. Что-то плохо еще не разморозилось. Сейчас я его распакую, наверное, разморожу в микроволновке. Чтобы быстрее было. А то у меня столько сегодня дел еще. Вот, на готовку не хочу много времени тратить. Манты сейчас... Они быстро делаются, эти манты, когда особенно, если уж фарш-то есть готовый. Ничего сложного. Тестомешалка есть. Сейчас туда все запустим, все замешаем. Так, достала любимую чашечку от Pioneer Woman. Это блогер такой американский. Женщина, фермеры. Такие не бедные. Ну, вот она занимается. Продает у нее очень много посуды. Ее в Walmart я много раз показывала. Одной рукой как-то, конечно, не очень удобно, ну ладно. Так, сейчас сломаем. Опс. И говядину. Хотя делают из баранины и из там говядины чисто, да, но у нас любят многие, когда вот такой фарш, поэтому я делаю, ну, свинину с говядиной делаю просто. Прям вообще морозилка так морозит. Сколько уже лежала, размораживалась. Все никак не разморозилось. Очень долго. Так, все, картошечка готова. Перец. Я прям так на глаз. Я люблю, когда очень много перца, кстати. Вот. Чтобы душистый. Прям такой-то в костку я покупаю. Вот такой вот. Очень крупный помол. Мне нравится, чем нежели когда пыль. Вот, а картошка, мясо, два вида, лук, перец, соль. Так, соль. Что еще нужно добавить? Я уже даже не помню. Ну, по-моему, мне кажется, достаточно. Такой будет более вкус нормальный, натуральный. Без всяких там каких-то приправ. Я прям вот так вот, ребята. Опс. Потому что нет, 50 рук. Не получается у меня. Я куда-то сделала свою после вчерашней уборки. Засунула держалку. И все, не могу найти. Так поставила, конечно, бы. Показала вам готовку свою. Ой, так перцем вкусно пахнет. Обалдеть, просто лук, перец. Вот это вот все. Вот сейчас перемешаем. Так, я достала свой агрегат. Сейчас будем делать тесто. Так, перчаточки. Я люблю, когда, знаете, вот так вот все прям крупненько нарезано. Лук. Все прям. Крупный перец. Сейчас просто все это завернем в тесто и с соусом и будем кушать. Ты не уехала, что ли, все? А? Папа там смотрит эти лампочки на улице. Но сейчас Тим еще приедет со своим другом Мейсоном.
Давно мы этим в гостях не был. Я уже даже по нему соскучилась. Учатся все в разных местах. Сейчас заедет в гости. Он любит у нас чай пить. Так, ну что? Показываю, Артёмка обмотал эти зелененькие, которые мы в Walmart'е купили. Ну что, класс, ровненько все, отлично. Угу. Горят, но пока не видно, буду потом вечером показывать, когда будем украшать. Покажи, что? Вот у нас здесь таймер такой есть. Угу. Здесь давно его покупали, вот я его включил, на, когда стемнеет, он сам включится. Ну, может, там на 8 часов, на 4 часа. Угу. Так удобно здесь розеточку сбоку, столько места вообще, супер просто. Это советую еще купить две такие гирлянды, плюс маленький какой-то удлинитель понадобится, тройник разъединить на те пальмы. У нас нет разве? У нас есть, но он длинный, и я уже один пропустил. Аккуратненько все не видно, по сути дела. Проводочки, потом еще эти подключим, снеговиков. Давай снеговиков распакуем, если у тебя есть время. А, он с Мэйсона приехал. Давай распакуем. Можно. Кого? Мусорка. А, мусорка. Помойка. Помойка же я называю, не мусорка. Помойка — это плохо. Тебе же сказали. Кто сказал? Помойку. Помойку всю жизнь говорили. В Африке помойка. Всегда. Мусор. Нет, помойка. Все время так говорили. Не, и мама так говорила. У нас так все говорили. Фанька кричит, как сумасшедший. На Мэйсона, на всех кричит. Пенни нельзя. Вот не успокоится ведь, а не успокоится, пока не проорется. Пенни! Ух ты, еще и побежала за ним туда. Задолбала. Ну реально вообще. Мелочь такая вообще. 3 стакана муки положила. Ну, таких хороших, больших. 3 стакана. 2 стакана воды сейчас выйду туда. А, соль. Ложечки, наверное, 3-4. 3, наверное, чайные. Будем замешивать тесто. Еще яйца надо будет сейчас. Яйца достану. Так, растительное масло сейчас, соль и 2 яйца. Сделаем так соль. Я все делаю на глаз, конечно же, ребята. Сори. 2 яйца сейчас сюда. И еще растительное масло. И все будем просто перемешивать. Так, все готовим. Девушки, пожалуйста, не пишите мне, как готовятся манты. Я все это знаю, все можем, все умеем. Просто это чисто мы раньше так всегда готовили, не нарезали мясо, когда у нас просто был фарш. И мы как типа манты делали. На самом деле же манты совершенно другие, по-другому готовятся. Но мы всегда жили так. У нас что было в холодильнике? Большая семья, я из большой семьи, у нас 5 детей у моей мамы было. Я самая маленькая, кстати, 5-я. И у нас всегда мы готовили вот все, что есть, мы всегда готовили. У нас каких-то правил никогда не было абсолютно. Вот нашли все, что в холодильнике, приготовили быстро. И все, все сыты, довольны, все. А хорошие манты там специально приготовить, все, знаете, ну, просто некоторые у нас не любят там, кто-то баранину не любит, кто-то говядину не любит отдельно, а у всех какие-то свои предпочтения, и я понимаю, что моей семье больше нравится вот свинина с говядиной, картошка, и они лучше едят, чем нежели я буду делать по каким-то правильным рецептам, поэтому не пишите мне, пожалуйста, а то Ирина, начнете, Ирина, манты так не готовятся, это вообще не манты, это вообще... Фиг знает что, вот так вы будете писать 100%. Я вас знаю. Так что я вас знаю. Вот. Так что это просто, просто еда. Давайте, я так манты называю. Но они будут, я буду их лепить примерно, они будут похожи так на манты. Большие, давайте большие пельмени можно назвать. Я не знаю, еще как-нибудь. Мне кажется, оно сейчас выпрыгнет оттуда. Кстати, оливковое масло добавила. Я только на оливковом готовлю. Вот такое нежненькое, классное тесто получилось. Сейчас мы его будем раскатывать. Надо на 2 части разделить. Раскатаем. К
как лизун есть, это что-то типа такого сквиши, как здесь называют. Классненькое тесто. Какое тесто получилось? Посмотрите, какая прелесть вообще. Так, сейчас уберем это в пакетик. Классное тесто. Сейчас просто раскатаю и потом нарежу этими, как на эту лапшу. Нарежу такими кусочками и потом квадратиками. И буду лепить. Параллельно еще варю манную кашу. Руки все в этом, руки все в муке. Там режу, кашу готовлю. Лена сейчас спустился, говорит, мам, я хочу манную кашу. Вот, лишь бы не подгорела. Любите кашу готовить манную? У меня, знаете, она иногда горит. Вот. Сейчас сварю манку. Так, вот так вот нарезала на квадратики, где ровные, где неровные. Да, что-то лук. Где ровные, где неровные. Да, дочь? Нет, не нужно, сейчас манты будут. Угу. Так, каша. Густеет. Манную крупу мы купили семейные закрома. Это в магазине как раз мы были в Майами. Я показывала. Хороший магазин такой. Очень хорошая, чистая такая крупа. Так, это разложила мясо. Сейчас буду запечатывать. Достала такое, которое купила. Maple syrup, бурбон. Его можно добавлять в кашки, йогурт, лимонад. Вот что, везде сейчас вот Линка хочет с кашей немножко попробовать. У меня все пузо в муке. В общем, вот, сейчас попробуем. Скажешь, вкусно, нет? Не знаю. Попробуй. Горячее? Горячее, сильно, да. Пробую. Я ложечку дала тебе новую. Такая легкая вообще ложка, ни о чем. Горячая. Короче, я себе налила. Пахнет каким-то алкоголем. Чуть-чуть. Вкусно. Вообще супер прелесть просто. Это, знаете, в любые можно пудинги делать какие-то. Знаешь, как будто бы пирожное какое-то кушаешь. Очень вкусно. Так, ну что, поставила я свои манты. Страшненькие такие. А-ля манты. Страшненькие. Я не стала заворачивать по бокам. В общем, пока тут кашу варила, у меня уже там даже тесто подсохло немножко. В общем, взлепила их как могла. Ладно, мы все съедим. Две кастрюли. Вот здесь еще тоже. Так, это надо будет убрать. Так, ну что, меня никто не отвлекает. И уже пошли другой формы. Так, нам пришла посылка. Что это? Что это, Артём? Это столик. Какой столик? Который... А где остальные? А, это же, получается... В смысле? Ты думаешь, что ты только его купил, что ли? Не знаю, как смотреть. А где сидушки? Это огонь пришел. А остальное где? Да, пойдите смотреть. Очень странно. Ты мы огонь купили за такие деньги? Ждем мебель. Сюрпризы. Ладно, у нас будет на чем маршмеллоу жарить, либо наши манты поджаривать завтрашние, которые останутся на огне. Прикол, конечно. Ладно. Ждем. Ребята, я ушла наверх. Делать свои дела там, красить картину. В общем, короче. Артём у меня искричался. Тут пришла наша Хевер. Если кто помнит, мы покупали дом. И Хевер, она вообще, по сути дела, такой вот человек волшебный. Она нам помогала выбирать плитку, все выбирать, знаете, с нами задерживалась на работе. То есть, вот, знаете, как мамочка такая. И сейчас она пришла к нам домой. Мы думали ее как-то позвать. Ну, так сделаем, стол соберем, все посидим.
У нас мысль такая была, потому что она подарки подарила нам, в общем, поздравила нас. В общем, такая, конечно, женщина, вообще как родственник. Вот. И она писала до этого нам: вы, говорит, напишите, ну, многим там, я, говорит, вам пирог, пирог оставлю в клубхаусе. Не в клубхаусе, а в этом доме, где продают они. И в итоге, ну, мы что-то как-то это... Ну, не знаю, ну, останемся на Фансгейминг, останемся, но по поводу пирога как-то нам неудобно было. Вот, прийти его забирать. Она в итоге пришла. Зашла. Пирог притащила нам домой. Короче, порадовалась. Артем говорит, тут у нас новый дом, Ирина певицей стала. Она, да вы что, там и, короче, вообще... И она обнималась с нами. Она вообще меня сейчас сегодня видела, или когда едет на этом, на гольфкаре там с этими, с клиентами. Вот она, хай, Ирина, хай. То есть нас всех знает по именам. Вот, притащила. Вот такой пирог, вы представляете? Огромный. Большой пирог, тыквенный. У нас девчонки любят костовские, я так понимаю. Смотрите. Вообще супер просто. Сама, говорит, я в ресторане буду отмечать. Я вся грязная такая, короче, такая вот вышла. Хэвер приехала, такая красотка. Такие серьги здесь. Здесь такие, значит, это красивые эти у нее украшения. Она вся в бриллиантах такая вся. В платье такая. Я там спускаюсь. Ой, ладно, хоть не в краске вся была. В общем, удивительная женщина, конечно. Теперь мы с пирогом. Вот, видите, теперь у нас есть пирог. Все, ладно, пойду дальше там. Я немножко крашу эти, делаю картины. Не знаю, просто пробую. Поэтому не знаю, что получится, посмотрим. Захочу поделиться, я потом поделюсь. Покажу вам свое творение. Вот, ладно. Тём, ты где, Тём? Нет, я пойду наверх сейчас. Сейчас я приду сама. Удивительно. Вы знаете, вот купили дом, да, и какие-то отношения такие волшебные. Невероятно просто. Очень приятно. Артём украсил наши пальмы. Посмотрите, какие красивые, зеленые. А снеговики, я не знаю, сегодня будешь ставить? Да, да? Давай снеговиков. Тогда и снеговики сегодня у нас будут. Круто. Прям такие зелененькие. Я не знаю, как на камеру передается, но интересно. Самолет летит. Класс. Сразу так это празднично прям вообще. Супер просто. Так, распаковываем наших снеговиков. Это куплено было в Костко. Эту коробку можно будет выбросить, я думаю, они у нас потом, мы их упаковываем куда-нибудь в ящики. Ну да, здесь больше бумаги. Здесь больше бумаги просто. Ёпки, да, она так чисто. Картон такой, он еще даже пахнет иногда, этот картон. Ой, что-то я спать хочу. Ты этот пилу достал. Аккуратно. Нам еще. Нам нужны твои руки. Тут вообще прям, если честно, очень много запчастей. Один должен быть большой снеговик. Судя по картинке. Должно выглядеть вот так вот. Раз, два, три, четыре снеговика. Мама, папа и двое ребят. Ну, офигеть. Чего? Столько деталей. Чего? Ты осилишь?
Я думаю, здесь несложная идея. Я вижу нос. Не, ну так интересно, они прям пуговички здесь такие у них. Еще все связано. Кто-то один. Кто-то второй. Так, у нас дубль два. Я уходила. Тимка, привет. А, по сборке прикольно здесь. Здесь просто стоит номер, такой же номер на другой палке ищешь. И все, да? Ставишь. Привет, Тим. Привет. Ты приехал снеговиков собирать? Че хромаешь-то? А, играл? Упал, что ли? Пальмы видел? Красивые. Ты футбол играл, что? Да. Доставили бегать? Тебя? Спорт и ты, это что-то. 3-4 Ты забил? Да. Ничего себе, ты футболист. Кто играет? Испанцы играют. Все футболисты, да ты еще с ними 3-4 гола забил? Человек, который сидит за компьютером все время. Слушайте, ну вообще. У нас у всех талант, я так понимаю. Там был. Да. Он что? Он же не испанец. Стреляет. Стреляет. Он сильно ударяет и промахивается. Это что, щелкунчик играет? Да, похоже, починил. Починил, да. У него щелкунчик у соседа сломался, и у него глаза горят, и... Музыка играет, который в Костовский. Вон там, видите? Вот у него там музыка. Довольно-таки не маленькие они, да? Вот этот самый большой, наверное, высокий. Самый маленький, скорее всего. Ну, по кругам. Не просто. Что, потом будем разбирать их, что ли, да, получается? Да, надувная, конечно, проще. Зато ну, это красивые. Надувные выбешивают. Ну. Они постоянно там складываются, непонятно. Гудят, то есть уже как-то это... По-моему, уже. Ладно, украсим нормально, как положено. Так. И что дальше? Самая интересная часть. Самая интересная часть. Нас так сегодня раскроил этот бакет. Я так ждал. Задний двор полностью, сегодня все соберем. Причем я хотел вечером даже барбекюшницу купить. В итоге получилось так, что пришел только вот этот столик с огнем, а диван и два кресла для заднего двора не пришли. Я им написал, пока еще не отвечают. Может быть, надеюсь, это будет отдельно. Надеюсь, в следующем году не придет. Да, слушайте, хороший такой, качественный. Не, да, он очень. Прям хорошенький, еще блестит, еще гореть будет. Вообще прям носик такой, морковка такая, все отлично. Это, возможно, вверх. Так, кабарель что летают, мы решили закрыть. Гараж. Так, самый большой. Классно у нас вот этот гаражный мотор. Он с Wi-Fi. И... У меня приложение, и коллекции можно подключить и так далее. Я могу с любой, ну, через интернет открывать, закрывать, постоянно уведомления приходят.
Открытый гараж. У нас в предыдущем жилье такой же был, но без Wi-Fi. Соответственно, управлять им нельзя было. И вот это вечная проблема. Уедешь куда-нибудь, уже отъедешь от дома. И не знаешь, закрыл ты или не закрыл. А если даже открытый, ты не можешь его закрыть. А здесь все удобно. С любой... Уехал даже в другой город, взял, закрыл. Чего он такой, кривой, что ли? Или это не так? Он такой, типа, перекошенный? Ну, может быть, так и должен быть. А что он так это, низко? Ой, высоко. Ну, я не знаю, Тём, попробуй что-нибудь поделать. Я с телефоном не могу. Может быть, если... Это другой? Может быть. Другой доставай давай. Да, с кепкой это женщина. Это женщина? Вот она, скорее всего. А тут шляпой, по-моему, с черной должен быть, да? Снеговик-женщина. Ну, странно, что они все как будто не показывают, что на расстоянии от земли. Ну, как бы снег, бывает, люди покупают. Если даже ставить, ну, да, чтобы он был немножко как-то, не совсем прям до конца. Достань папашу. Ну, сейчас я от этого. А, да. Его еще не приодеть надо? Здесь. Куда? На картинке надо смотреть. Ну, это типа шарф, но это может быть разным. Ну, руки прицепи. Это точно ее руки? Нет, такая, в принципе, нет, это ее, скорее всего, да. Синяя, да? Да. От мороза. Заморочились еще. В руку отдельное электричество подсоединили. Ну, хорошие они, качество хорошее, да, неплохие. Пуговички прям такие. Там внизу цепи, утяжелители. Что, никак не нашелся? Ну да, наверное, просто. Потянул? Или может это я другую руку? Да. Вот так. А, даже подписаны? Угу. Отлично. Мы, как всегда, сначала собираем, потом инструкцию смотрим. Наши любимые. У всех причем. Красивые. Ну, так хочется вечером, наверное, приезжать, и чтобы горело около твоего дома вся эта красота. Я вообще думала, что мы ничего не сделаем. Он, по ходу дела, наоборот. На улице все сделаем, дома у нас ничего не получится. Хотя елку мы хотим живую, все-таки посмотрели. Сказали, что привезут, скоро должен быть завоз новый больших елок. Что-то их разобрали. Да, там одна только была. Да, и мы решили не брать ее, она какая-то не очень. Вот, посмотрим, сейчас вот будет завоз. Если успеем, возьмем свежую. Там уже будем смотреть по обстоятельствам. Надо будет заехать. Еще мне нужно веночек повесить впереди. У меня есть веночек. У меня есть просто
такая штучка специальная. Она, правда, темного цвета я покупала на тот дом. Думаю, ладно, пойдет. Вот на нее повесим венок. На дверь. Слышишь? Угу. Ну, что ж ты так к ней под юбку заложу? Не знаю, не знаю. Да лезь, не бойся. А, вот это пристегивается. Я думаю, все равно ей. Там за ночь еще кто только не залезет на улице. Алло. Они там цепляются вниз. Ну все, отлично, красотка. Они кто вместе включаются? Да, у них был вместе. Сейчас мы с Каролиной со Стешей присоединяться, собирать. Папа сейчас соберет больших. Только со шляпой, да. Какая шляпа-то вообще супер. Красавчик, да, Тём? Mm-hmm. Вообще. Это у нас такие самые, это, первые такие крупногабаритные украшения для дома, я бы так сказала. Так, ну вот и мужчина собран. Все вставляется, все так аккуратненько, все так хорошо. Еще посмотрим, как будет гореть. Почти с ростом с меня. Ну, чуть поменьше, конечно. Так, ну что, все собрали. Это Стешка собирала. Причем сейчас все сделает. Почти всех собрали. Так, ну слушайте, ну красавцы. И сейчас Артём колышки вобьет и посмотрим. Так, все, мы закончили. Подвинули поближе немножечко. А, колпак горит у девушки, а голова чуть не горит. Капризная женщина. Капризная. Ну что, мы нарядили свой домик. Все, что нашли, все, что у нас было, что-то подкупили. Ну, конечно же, снеговики и зеленые лампочки для пальм. А нашли еще в ящике, посмотрите, кустики. Один кустик и второй тоже там украсили. У нас таких два кустика по бокам. Вот, так что тоже сеточку здесь положили. Это у нас на три кустика мы покупали. Или на два, они большие были, мы покупали, когда в съемном жили. Вот, один просто решили так постелить. Вот здесь надо будет еще что-нибудь сделать, потому что здесь как-то пустенько. Какие-то конфетки можешь поставить, не знаю. Ну, посмотрим. Вот один куст. Вон второй куст. Соседи тоже украсили сегодня. На нас посмотрели, три пальмы свои сделали. Снежинки у нас вот здесь. Вот еще мы повесили. Вот такой вот у нас веночек есть. Вот. Правда, знаете, дома смотрится не очень хорошо, когда ты в темноте. Такой круг такой. Своеобразненько, конечно. Так, ну все. Все сделали. Что-то у меня тут светится. Все мы сделали, все украсили. И что еще сегодня? Ну, много сегодня, столько всего было, если честно. Сколько всего еще не было. Да. Экспресс не прислал нам заднюю дверь. Я еще не показывала, кстати, то, что ты распаковал. Тоже не показала. Да, я не стал собирать, пока не пришли. Ладно, потом все соберем, покажем. Вот что. Ну, долго, конечно, возились с этим. Столько всего, как творчество еще такое. Все это делали. С пальмами кропотливая такая работа, но как-то приловчился, довольно-таки быстро их обкрутил. Да, и что еще? Ну, интересненько, прям так объемненько. Дом-то большой. Интересно, прикольно. Вот. Тот съемный маленький был такой, это прям домино такой огромный. И прям такое все большое. И можно много-много всего там. Просится это. Хочется, да. До бесконечности. До бесконечности. И не будет приторно. Вот. Так что как-то вот. Как-то вот так вот в этом году
Все. Теперь надо еще внутри теперь потихоньку наряжать. Надо покупать елку. Угу. Вот. Все, думаю, закончу на этом влог. Я уже зашла домой, там дети полпирога этого тыквенного съели. Хевр, который принесла. Полпирога нет. Вот. Так что увидимся с вами в следующем видео. Пишите комментарии, как вам наше украшение. Мы же показываем вам, и хоть нам ответку дайте, а то что-то просто так-то. Вот. И что еще? Что еще скажем? Все? Лампочки надо было на гараже включить. Ну, Артем хочет лампочки по бокам повесить зеленого цвета. Я думаю, too much. Он говорит, но нет, не будет спален, я хочу встречать. Быть зеленым. Ну ладно, хочешь, так хочешь. Кто ж запрещать-то будет? Вот. Раз хочется. Это, по-моему, где ты лампочку делал по всем доме у тебя на Хэллоуин какая-то, ну, фиолетовая была? На Хэллоуин, была. На Рождество она была не фиолетовая, она была в виде костра. То есть она так меняла. Когда у тебя круглый год горела? Ну... Ты зеленый-то потом не забудешь поменять. Весь год так не, ну там, да, она всегда нормально, такое уютное, как камин горела. А зеленые, да, они будут не в тему, они только на Рождество будут в тему с пальмами, с этими. Пойдем есть манты. Мы сейчас, наверное, на ночь опять поедим. Что-то я голодная, что-то такая. Сегодня же манты настряпала. В общем, пойдем и потом спать будем. Гонка у нас с соседями здесь по украшению прошла. Смешно, так интересно, как в американских фильмах. Вот. Ну все. Все, всем пока. Пока.